хотя две дня. Если чаще, чем два раза встаете ночью, афалаза. 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 Для раннего лечения аденома простаты. Сегодня столько птичек. Вот кто это за птичка? Воробушек? Интересный воробушек. Нет, это не воробушек. Вот что это за птички у них? У них розовая грудка. Похоже на синичку. Но у синички желтенькая, а это... Ой, увидел меня! Это, а это вот воробушек. Пузатенький какой, наели семечек. Вот они после обеда не прилетают, не едят. Они вот где-то до 3 часов дня вот они прилетают, кушают. Наели какие пузики. И положила вот внизу. Вон внизу они копошатся. Смотрю боевик по звезде, по-моему. И сколько много. Вот смотрите, как это воробушки такие. Нет, это не воробушки. Вот они у них. Какие интересные птички. У них оперение. Оперение коричневое. Это не воробушек. Не может же быть такой воробушек. Может, это маленькие перепелки? Ну какие. На вид они похожи, как воробушки. Длинные хвостики. И огрудка-то у них оранжевая или розовая. Воробьи же такие не бывают. Если я приближаю, то фокусировка не срабатывает, какая-то вот. Как он старается, кушает клювиком, собирает семечки. Доброго времени суток всем вам, друзья. У нас сегодня так погода такая, тепло. Ой, как вытянул шейку, какая лапочка. Так мило за ними наблюдать. Улетел. А, прилетел снова. Ну вот, что это за птичка? Интересно. Ух, улетели. Друг друга напугали. Один остался. Все улетели, один остался. Сколько ему семечек там много. Вот что это за птички? У них рыжие. Это синички такие. У синичек же желтенько. А это что такое? Напишите, дорогие друзья, кто знает. Что за птичка? Это не во-первых, это не воробей, потому что воробьи серые. А вот это вот, что это? Сойки маленькие? Нет, не сойки. Вот он, моя лапочка, увидел меня. Какой хорошенький. Поворачивается жопкой ко мне, повернулся хвостиком. Ой, какой красивый. Улетел. Вот прилетел. Еще один прилетел. Воробушки-то это, они другие. Вот у них маленький хохолочек еще такой ветер раздувает на голове. Вот они какие. А вот в августе они были розовые. Розовые-розовые. Вот сейчас вот оно такое, знаете, оранжевое.
оранжевая, ярко-ярко-оранжевая. То есть на фоне вот... Что это за птица? Сейчас посмотрю в гугле, что это. Птички. Ух, какая. 18, 19, 20. Это же не воробьи. У свиристели, они совсем другие свиристели. У них на голове такая, как корона. Это корона, такой хохолок. А у этих нету хохолка. Ветер, когда дует, у них раздувает на голове оперение. И какая лапочка. Ну что это бы пораскидали? Они, видать, расклёбывают семечки, зернышки внутри съедают. И шелуху выбрасывают. Вот. Там по телевизору кино идет. Ух, какая красота. Но они периодически летят на пеноплекс. У меня же дом сайдингом не обделан. И они этот пеноплекс клюют под крышей. Цветет еще лаватера. Не боится заморозков она. Такие вот розовенькие цветочки на кончиках. Розовенькая. А в середине, ну вот, а потом белая. Лаватера не боится мороза, потому что георгины минус один был, там она замерзла. Лаватера замерзла. Цинии вот так. Здесь бархатцы тоже прихватила. Но я здесь уже все срезала. Хосту срезала, ирисы срезала. А здесь цинии были, дельфиниумы, львиный зев. Куда это мы собрались? Алло. Куда собрались? Что-то спал, проснулся. Давай штырить, что-то штырит его. Здесь бархатцы тоже вот цветут. Колокольчик уже цветет, карпатский. Спирея вот розовая цветет. Я вчера отпустила в подвал уже картошку, но там достаточно тепло. Вот эти дни будет прохладно, и скорее всего установится там температура. Картофель опустила туда, потом свеклу, морковку. Там 10 градусов тепла, 12 даже. Это много для этого, для подвала. Ну, сейчас прохладные ночи будут. Наверное, устаканится там все. Вот эти клены быстрее пожелтели, желтые такие стоят. А этот еще зеленый. А там эти вербы. Вербы там на пустыре. Они желтые, уже пожелтели, там осинки. Там березок нету, осинки и вербы. Там все желтое. И вот там вот, вот по курсу стоят клены тоже желтые. Они групповой посадкой такой. Эти птички пороняли где-то семечки, и они насеялись там. Уж небо осенью дышало. Дышится так свободно, хорошо. Вот этот дом военные, где жили, снова выставили на продажу. За 4 800 миллиона. Никто в нем жить не хочет. Уже второй раз его, третий даже раз его продают. Что тебя штырит, Лё? Положила здесь на подоконник тыковки, декабристы, кактус и тыковки две. Надо кексики сделать. Сколько градусов? 11 градусов.
Здесь горшки освободила от цветов, надо помыть их. Что такое? Что случилось? Что? Что-то штырит его, капец. 9-й год собаки мучатся. Надо убирать уже огурцы, но они еще там плодоносят в теплице. Перцы там есть, и тоже еще мини-перцы краснеют они. И ласточка, один куст, тоже они это краснеют. Убрала я все астры, а то они уже подмерзли, высохли. Ну, все поубирала, остальные там бархатцы еще цветут. Лен красный еще цветет, потом голубой цветет. Эту гортензию не обрезала. Еще морозов не было, но она так уже подсыхает маленечко. Потом дельфиниум цветет, сальвия цветет. Там один гладиолус собрался цвести. Непонятно как. Потом портулак не убирала, тоже цветет еще. Но будут морозы, все замерзнет. Я, конечно, все уберу. Анютки цветут. Там вот декоративный желтый подсолнух тоже цветет еще. Тоже я его не обрезала. И здесь один георгин вот розовый. И эти бархатцы, но низкорослые. Здесь цветет ярко-розовая флокса. А лаватеру я так поубирала. Ну, эти вот там за теплицей астры сиреневые. Вон там далеко. Не пойду, потому что я в тапочках. Не переобувалась. Так-то грязно там и мокро. Вот такой осенний сад. Бедра не убирала еще, не мыла. Когда в теплице закончу все, и уже ведра помою, уберу, и емкости вот для воды. И этот мангал будет до снега стоять. Ну, мы на выходные хотим пожарить шашлыки. День учителя будет. И отпразднуем. Дочка говорит, давай, мам, пожарим шашлыки. Я говорю, да хорошо. Мама будет жарить, естественно. Лаватера цветет вот эта розовая. Она такая розово-белая. Спирея. Все лето сидела, сейчас осенью зацвела. Но она, видать, пустила корни и дала свой рост. Выросла у нее дополнительно еще одна веточка вот салатовая стоит. Елочки подросли, можжевельник. Там еще цветет тоже гвоздика турецкая. Вот она, мальвы цветут. Эти, которые поздние бархатцы низкорослые, вот они зацвели. Вот такая вот осень. Такой сегодня хороший день. Сегодня буду печь морковный пирог. Дочь попросила. Наконец-то я все переутюжила. Утюжки вообще нету. Там осталось одно платье. Утюжить и все. И у меня шитье. Ладно, всем всех хорошего дня, хорошей погоды. Берегите себя и своих близких. Всем до новых встреч. Пока-пока.